Привет всем, с вами Тая, и сегодня я в очередной раз буду примерять линзу голубого цвета, но на этот раз это будет линза Adria Festival Two Tone. Two Tone в названии линз означает, что она достаточно хорошо перекрывает как темные, так и светлые глаза. У семейства линз Adria также есть серии One Tone и Three Tone. One Tone это оттеночные линзы. Они деликатно подчеркивают ваш естественный цвет. У серии Three Tone пигмент намного ярче и насыщеннее, чем у Two Tone. Эти линзы способны перекрыть даже самые темные глаза. Они способны полностью изменить природный цвет радужной оболочки. У нас линзы из серии Two Tone, так что кардинального изменения цвета я не жду. Диаметр линз стандартный 14 мм. Но они имеют черный контур, который визуально увеличивает глаза. Нередко проблемой в контактных линзах является то, что оптическая сила всегда больше в центральной части, чем по краям. Линзы Adria Festival имеют асферическую поверхность, что устраняет данную проблему. Линзы Adria Festival это не только декоративный продукт, их также используют для коррекции зрения. Диапазон их оптической силы составляет от 0 до минус 6. Ну что, начинаем примерку? Кажется, что линза переливается. В центре она светлее, по краям темнее. Но при детальном рассмотрении видно, что использовано всего два цвета – черный и голубой. Линза действительно перекрыла мой цвет глаз, но она получилась скорее не голубой, а синий. Цвет получился очень интересный и глубокий. И удивительно, но глаза действительно стали больше. Удивительно, но в этой линзе абсолютно не чувствуются границы бесцветной зоны зрачка, как это бывает в других цветных линзах. Мне, в общем-то, понравилась эта линза, и я бы ее внесла в список фаворитов моих контактных цветных линз. Если вам тоже понравилась эта линза, напишите об этом в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пока-пока!